Всем привет, с вами Лафер. Ну что ж, продолжаем смотреть «Ходячие мертвецы». В прошлой серии, в конце, жесть вообще. Сколько людей погибло просто и... Это вообще... Давайте продолжаем смотреть. Маргарет. Здесь, походу, в этой серии хоронить будут. Не знаю, там ли ты. Слышишь ли ты меня? Может быть, слышишь. Я надеюсь. Я нашел людей и мою семью. Представляешь? Жена и сын живы. Хотел поделиться. Есть еще кое-что. В Атланте все не так. Не так, как нам обещали. Там не входи в город. Его захватили зомби. Наш лагерь в паре миль к северо-западу, у заброшенного карьера. Он есть на карте. Надеюсь, ты найдешь нас. Будь осторожен. Вчера на нас напали ходячие. Мы потеряли людей. Береги себя и сына, Морган. Выйду на связь завтра на рассвете. Андреа. Я соболезную. Но ее больше нет. Дай нам ее забрать. Вот ее укусили. Я говорю, она еще и обратиться сейчас может уже. Она может в любой момент обратиться. Мы любили ее. Обещаю, мы будем аккуратны. Ее тоже можно понять, это я не представляю, какой это шок, во-первых, для нее. Я не представляю. Она так и сидит? Ни слова не сказала. Да и вообще не надо ее сейчас там трогать. Всю ночь. Типа, вот. Что делать? Единственная проблема, вот реально, это то, что вот она, ее сестра сейчас может обратиться и просто на нее напасть. А мне кажется, она из-за шока, она просто не успеет вовремя среагировать. Эми нельзя так оставить. Надо разобраться с ней. Как с другими. Я с ней поговорю. Андреа. Я помню про предохранитель. Ладно, хорошо. Прости. 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 К ней лучше сейчас вообще не... Не надо к ней лезть. Ее лучше не трогать сейчас. Так, сейчас... Интро мы промотаем. Ходячие мертвецы. Это несерьезно. Она что, не понимает? Она часовая бомба. Что ты предлагаешь? Пальнуть. Прострелить мозги прямо отсюда. Я отсюда курице в глаз попаду. Нет. Вот правда, ты серьезно? Во-первых, у нее и так шок. Мне кажется, если ты в голову ее сестре выстрелишь, пусть даже она уже все, она мертва. У нее вдобавок пистолет. Мне кажется, она тебе в ответочку так пальнет, ё-моё, по тебе. Ради бога, оставьте ее.
Она близкого человека потеряла. Очнись, Джимбо, есть работа. Спасибо. Вы что делаете? Это для зомби. Наших несем туда. Да какая теперь разница? Мы относим наших туда. Есть разница. Есть разница. Я говорю, вот все-таки реально нужно оставаться человеком. Нужно по-человечески как-то, я не знаю, вот... Не сжигаем их. Мы их хороним. Понял? Мы хороним людей там. Это правильно. Что посеешь? Заткнись, чувак. Вы бросили моего брата умирать. Вот вам и аукнулось. У тебя кровь? Наверное, попала с трупов. Она свежая. Тебя укусили? Погоди, реально, а тебя не могли укусить? Поцарапал. Что-то он еще... Он еще что-то ходит, о, что-то... Ходит, еле дышит, ё-мо. Что-то это все неспроста. Тебя укусили. Не, ну можно, конечно, подумать, что он, типа, что он устал прям, но как-то это подозрительно. Нормально. Тогда покажи. Не говори. Его укусили. Джима укусил ходячий. Ну все. Все нормально. Покажи. Показывай. Тихо, Джим. Вали его. Положи, Джим. Все нормально. В смысле вали? В смысле вали, ё-моё? Не, ну, блин, вот... Вот это сейчас, кстати, вообще капец. То есть, типа... все, типа... Укусили. Ну, ё-мо, он же не обратился. Он же еще не обратился. Ё-мо. Чё все сразу такие... Все сразу так паникуют, ё-мо. Его укусили, да. Но, ё-мо, он еще не обратился. Чё вы так сильно паникуете? Да нормально. 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 Нормально, нормально. 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 Шибанем киркой. Его и девчонку, и... Дэвил, прекрасная идея, блин. Одно дело, типа, девчонку, ладно, она уже умерла. Она может обратиться, это ладно, ё-моё, вот уже быстро прям может обратиться. А другое дело, ему просто, ну да, ему сейчас маленько хреново, но он же еще не обратился, чё за бред, блин? И конец. С тобой так же, если что. Да, еще спасибо скажу. Не думал, что произнесу такое, но кажется, Дэрил прав. Джим не монстр, не бешеный пес. Я и не сказал. Он болен. Если начнем, где пройдет черта? Ясно, где пройдет. Ни шанса ходячим и тем, кто ими станет. А если найдем помощь? Центр по контролю. Реально, вот... Это вообще реально капец. Вот действительно. Это он реально... Он же не... Его укусили. Он же не сразу не взбесился, не начал бегать, всех кусать, ё-мо. На... Вот... Капец, блин. Дэрил, ну ты прям вообще... Кролю за заболеваниями ищет вакцину. Да, об этом говорили, но закончилось все, Адам. А если ЦКЗ есть, работает? Мечтать не вредно. А что? Если правительство живо, оно будет любой ценой охранять центр. И это наш шанс. Укрытие. Защита. Рик, нам обоим этого хочется. Но если они и есть, то на военной базе. Форт Беннинг. Это 100 миль отсюда. Да, зато вдали от эпицентра. Если это место существует, оно отлично укреплено. Там безопасно. Военные были на передовой. Мы видели, как им досталось.
ЦКЗ — единственный шанс для нас и Джима. Идите, ищите свой аспирин. А кому-то придется решить гребаную проблему. Да ни хрена! Мы реально живы. Ты Дэрил, ты что, совсем что ли? Он реально, он еще живой, он не обратился. На меня пушку. Мы с ним, может, и спорим, но не об этом. Положи. Давай. Пойдем. Куда пойдем? В безопасное место. Я пришел проститься. Я говорил, как умерла моя жена. От рака, да? Да. Я водил ее по врачам, куча анализов. И после всех операций и химии она была готова. Смирилась. На самом деле это жесть. Да, я не смог. Да, естественно. Годы... А кто смирится отпускать своего близкого человека? Никто так не сделает. Никто не захочет отпускать дорогого себе человека. Это невозможно. Я провел в гневе. Словно меня обманули. С ее смерти. Вы, девочки, первые, к кому я привязался. Они ему как дочери, можно сказать, стали. Блин, вообще капец, я сейчас, мне кажется, если немного, я заплачу, ё-моё. Вот это просто прям очень грустно. Наверное, я еще немного, мне кажется, я расплачусь. Сегодня ее день рождения. Жесть. Вот так. Ее день рождения обычно отмечали всю неделю. Но я всегда пропускала. Нифига себе. Нифига себе, день рождения целую неделю праздновать. Это ж вообще, мне кажется, когда ее сестра, наверное, ребенком была, для нее это вообще прям счастье было. То есть целую неделю праздновать твой день рождения. Мне кажется, это вообще счастье было для ребенка. Училась. Или было не до тусовок с детьми. Она звонила, радостная. Я обещала приехать. И я искренне собиралась. Но так и не приезжала. Я думаю, тебе и так тяжело, и без чувства вины. Здесь рядом, вы что делаете? Блин, я сейчас расплачусь, ё-моё, вы чё? Это ж капец вообще. Рядом, вы что делаете? Капец, блин. Это на самом деле жесть прям. Блин, ё-моё. Чё так пугаешь-то? Я сама. Он мой муж. О! Серьёзно? Его же загрызли. Я забыл. Я почему-то просто, когда вот эта вся жесть началась, я забыл про эту фигню. Спасибо! Этого гада загрызли, ё-моё. Спасибо, вот эту мразоту. Он реально, он на свою жену руку поднимал, ё-моё. Я не представляю, вот
Мне почему-то кажется, вот раз он на жену, мне кажется, он и дочь бывало мог, наверное, ударить. Мне так кажется. Потому что в прошлой серии он типа сказал, типа, не побудешь с папой. А она не хотела. Она не хотела с ним находиться даже вот рядом. Ё-моё, значит, явно он бывало на нее тоже руку поднимал. Она его боялась. Правильно, да пошел он, ё-моё. О, давай, давай. Хрена чего за все, что он с тобой делал. О, правильно, пошел он нахрен. Если честно, прям гандон вообще. Как мразота себя вел, ё-моё. Блин. Блин, ну не надо, ну не говорите, что она сейчас в нее вцепится. Нет. Она, мне кажется, я говорю, она даже, наверное, и увернуться-то не успеет. То есть, потому что, ну, она просто не сможет. Ну все, пизда нахуй. Пожалуйста, блин, ну отойди от нее, а, ну отойди. Она уже мертва, ну отойди от нее, пожалуйста. Эми. Прости меня. Ё-моё, это чё? Ё-моё. Мне показалось или звук, как будто, ё-моё... Как будто звук, прости. Что ли? Что, не приезжала? Звук, что ли, упавился? Я надеялась, что ещё успею. Блин, ё-моё, она её уже за волосы сходила, ну блин! Сейчас я рядом, Эми. Рядом. Ну отойди, отойди от нее, пожалуйста. Я люблю тебя. Ух, ё-моё. Это... Вот представьте реально, вот реально представьте, вот я понимаю, если бы она отошла, если бы просто отвернулась бы, это кто-нибудь другой сделал. Вы представьте, каково ей вот сейчас было это сделать. Выстрелить в голову своей сестре, типа, да, она мертва, но представьте, вот все равно это сделать близкому человеку. Говори. Ладно. Я считаю, если бы ты остался, позаботился о своих, а не ушел вместе с половиной мужчин, тогда смертей было бы меньше. Если бы мы не вернули оружие, думаю, смертей было бы больше. Тут я вот с этим согласен. Может, и весь лагерь. Вот именно. Все равно, зря мы их не сжигаем. Ведь мы так решили. Спалить всех, верно? Да, сначала. И тут Китаёза захныкал, типа, так нельзя, и мы послушаем, да? Дэрил. Чё ты, я не знаю, чё ты вот...
Вот реально, я не пойму, почему, вот... Я не пойму, вот реально, не, вот просто вот реально. Ты торопишься куда-то или чё? Тебе сильно куда-то надо, что ли, или чё? Тебе чё, вот реально сложно, что ли? По-человечески поступить тебе сложно или как? Я не знаю, почему, но у меня сейчас уже всё, у меня уже на Дэрил, у меня уже бомбить прям уже начинает. Пора уже показать, что главный. И что есть правила. Какая на... Заладил! Главный, главный! Не, у меня уже с него бомбит. Извините, но меня уже с него бомбит конкретно. Нужно по-человечески поступать, ё-моё. Правил нет. Это и плохо. Мы не успеваем вспомнить, кто мы есть. Нам нужно оплакать погибших и похоронить тела. Вот именно! Люди! Вы люди! А не какие-то там, я не знаю, хрен знает кто. Поэтому нужно поступать по-человечески. Нужно вот тех, кто... Ну, типа, да, мертвецы, они уже все, они сгнили. Да, вот они уже, да, типа, там уже, считай, не люди, Вот потому что прям уже давно уже не люди. А те, которые погибли только недавно, я считаю, что их нужно все-таки похоронить. Поступить по-человечески. У людей так принято. Вот именно. А нет. То что ты? А то что, Дэйл, что ли, куда-то нет, торопишься, нет. Что ли? Только не это. А ему все хуже. Нет, 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 нет. Жесть. Нет. Нет. Я сама. Хоронить других уже тяжело. Но если один из нас... Мы в безопасности, пап. Ведь ты вернулся. Я больше не уйду. Обещаю, ни за что. А теперь... Можно я поговорю с твоей мамой? Ладно. Хорошо. Хорошо. Шейн во всем обвиняет меня. А ты? У нас теперь оружие. Мы сильнее. А людей меньше. Мы слабее. Хочешь, чтобы я признала твою правоту? Понимаю. Вот если меня спрашивать, то есть все-таки я считаю, что Рик все-таки был прав. Я считаю, что Рик прав. Я вот потому что он правильно сказал, если бы они не добыли этого оружия, неизвестно, чем все могло закончиться. Мог реально весь лагерь, почти все могли умереть тогда. Вот реально, вот могло здесь, мне кажется, могло бы тогда остаться где-то, не знаю, человека, 4 человека могло от силы остаться. Все. Возможно, вот они могли бы 4 человека от силы выжить. Все. Если бы они не принесли оружие. А с оружием, вот они быстро расправились с ходячими. Так что я считаю, что Рик прав. Мне, вот тут мне плевать, что Шейн говорит. Могу только сказать, что вы оба частично правы. Это все, что я могу. А что насчет центра?
Рик. Мы на краю пропасти. Мы устали, и у нас есть больной. Почему никто этого не понимает? Посмотри на них. На меня. Мы да потому что. Потому что все, естественно, такую ночь пережили. Если бы кто-то из нас такое предложил, опираясь только на догадки, ты бы не поехал. Скажи что-то, в чем уверен. Я люблю тебя. Это все. И я тебя люблю. Лихорадка усилилась. Хочешь чего-нибудь? Можно еще воды? Я принесу. Хорошо. Кэрол, поможешь? Припас яма для меня. Мы этого не хотим. А кто вас спрашивает? Вот именно, а сейчас уже какая разница? Хотите или не хотите? Слышишь? Он умрет. Бог смеется, пока мы строим планы. Джим, я хочу, если... Если Бог даст, я хочу тебе помочь. Жесть, его уже кровью рвет, это ж вообще капец. Фу, блин. На такое реально страшно смотреть. Следи за зарослями. И корни пробьются в лодку. Ты ведь знаешь? В него, походу, уже... Эми, там. То ли галлюцинации, плавает. То ли что уже. Не, у него не то, что галлюцинации, это... Бред уже от лихорадки, его бредит. Ты следишь за лодкой? Ты обещал. Я послежу. Не волнуйся. Хорошо. Помоги убедить Рика кое в чем. Идея с центром, Лори, это ошибка. Значит, из-за него. А как же... Вот, сейчас еще вот этот, типа, центр по заболеванию. Мне кажется, вот мне вот так кажется, здесь уже нельзя оставаться. Потому что вот реально, вот тогда, то есть, звук был, ладно, мертвецы пришли, они их перебили. Они когда вот этих мертвецов в прошлой серии убивали, они стреляли. Это также, это столько шума. Вдобавок там все орали. Так что, скорее всего, следующие мертвецы, они могли выстрелы также услышать и могли сюда попереться. Так что, я считаю, что лучше нужно вещи собирать и просто уезжать отсюда нафиг. Это мое мнение. Значит, решила поиграть в примерную жену? Но ради укрепления брака нельзя рисковать людьми. Думаю, люди разберутся и без моего брака. А вот тебе пора забыть. Добавлю это к списку того, о чем мне надо забыть. Хочу я того или нет. Что забыть? Обсуждаем мои пожелания к плану. Так что, едем или нет? Может, все хотят остаться. Повесим побольше банок. Мы оба знаем. Вот, Шейн, это уже полный бред.
Вы стреляли, орали, когда убивали мертвецов. Это все, это капец, здесь просто нельзя находиться. Следующие мертвецы могут из города сюда прийти. Знаем, оставаться нельзя. Я сказала Шейну, что вот именно, что нельзя. Нельзя здесь оставаться, я согласен с Риком. Тут даже дело не в том, что типа, что Рик главный герой, поэтому я с ним согласен. Нет, я здесь с точки зрения логики. Они стреляли. Ну вы уже поняли. Вот, вы уже поняли. Потому что, ну это же, они столько шума навели, что сюда могут следующая толпа мертвецов идти. Только в этот раз еще больше. И в этот раз, мне кажется, могут умереть все разведку. Просто. О. Знаешь, мужик, люди сомневаются, понимаешь? В идею с центром только ты и веришь. Подумай, хочешь ли ты втянуть Лори и Карла? Я стараюсь. Для блага моей семьи. Это как интересно. Подвергая их риску? А какие варианты? Пилить сотню миль по территории зомби? Тонешь, плыви к ближайшей шлюпке, а не через все море. Но ты-то почему против? Я не против, просто вижу все иначе. Ты бы понял, будь это твоя семья. Так Йома, вот типа Рик, вот его понятно, почему он хочет уехать. Ну типа он хочет уехать из-за другой ситуации, потому что он думает, что есть все-таки какой-то центр по заболеваниям. Вот, типа, ну он, ладно, он объяснился. Пусть Шейн объяснит позицию, почему они должны вот именно... Типа, и только из-за того, что он считает то, что Рик не прав, но мне кажется, все равно нужно уехать, чтобы все-таки найти безопаснее место, чем вот это. Чё ты сейчас сказал? Это я их спас. Я берег их как родных. Вот так-то. Да я не об этом. А о чем ты? Скажи, о чем ты? Ты все переиначиваешь. Ты все неверно услышал. Да? Слушай, я тебе по гроб жизни обязан. Ясно? Да? Его пристрелить хочешь? Шейн, не надо! Не надо! Не вздумай! Господи! Чё, спалили тебя, что ли? Да уж. Пора надевать отражающие жилеты. Серьезно? Эй, алло. Давай, пошли. Тут нет ничего. Я тут думал о плане Рика. Послушайте, гарантий нет, по-любому. Я первый об этом говорил. Но я давно знаю этого парня. И доверяю его чутью. Для нас главное оставаться вместе. И... если вы согласны, снимаемся завтра утром. Хорошо? Ну, блин.
Мы уезжаем. Вот, ну, блин, если они хотя бы утром, то, то нужно прям реально, чтобы кто-нибудь ночью прям сторожил. Чтобы не, никто не пробрался в лагерь, ё-мы, не, никакой мертвец. Вот, потому что реально, вот вы уж, они уже прям такой пиздец пережили, так что лучше всего перестраховаться. Вообще, вот реально, лучше, конечно, было бы, хотя нет, уже вечереет. Нет. Вечером тоже не вариант уезжать куда-нибудь. Ладно. Я хотел просто поспорить, думал, может, лучше бы они сейчас уехали, а сейчас, я смотрю, уже закат, вечер, ё-моё, так что это вообще не вариант. Покидаем карьер. Если ты вчера меня слышал, возможно, ты едешь сюда. Но к тому времени нас не будет. Я оставлю для тебя послание и карту. На красной машине. Езжай за нами. Мы едем в ЦКЗ. Если кто-то выжил, они там. Согласен? Морган. Надеюсь, ты не ошибся насчет центра. Очень надеюсь. Народ, внимание! Кто с приемниками, мы на 40-м канале. Не трепаться, ладно? Будут проблемы, приемник накроется, сигнал пропадет, бибикните один раз. И все остановятся. Вопросы? Мы не поедем. У нас родня в Бирмингеме. Мы хотим быть с ними. Тогда у вас не будет поддержки. Такой себе план. Разделяться — такой себе план. Даже несмотря на то, что там какая-то родня, то есть... Ну, вот сейчас реально, вот они говорят, типа, у нас родня там-то, там-то. Маловероятно, вот маловероятно, что они... Может быть шанс, что они выжили, но все-таки это маловероятно. Мы рискнем. Я должен стараться для своей семьи. Точно. Мы обсудили. Точно. Как-то тупо, если Шейн? Честно. Ясно. Ну вот реально, 350. Вот лучше все-таки быть всем вместе. Вот реально, вот куда они сейчас, ё-мо? Вот они попросят. А я говорю, вот они... А что если, вот, допустим, они приедут в город и, допустим, хоп, мертвецы их окружат как-то незаметно. И все, и хана всей семье. Зашибись, блин. 57? Да. Пол коробки. Ой-ой! Все! Этот опять тоже, ё-моё! Да, он неверно поступает, но все-таки что, его без оружия отправлять, что ли? А Дэрил сразу. Ой-ой-ой! Че ты, ё-моё, вот. Вообще капец, вот Дэрил, я не знаю. Он как-то. Я не знаю, он какой-то реально, он что-то берет, ё-мо, вот реально, он меня что-то прям бесить уже начинает постоянно. В каждой серии он просто, я как-то не знаю, блин, он каждый раз меня что-то прям бесит, ё-мо. Спасибо вам. За все. Иди сюда. Удачи, друг. Спасибо. Пока. Спасибо. Пока. Передумайте, канал 40. Договорились? Да. Я знаю. Кто сказал, что у нас шансов больше? Давайте. Собирайтесь. Мы уезжаем. Морган, мы уехали в ЦКЗ. Здесь опасно.
не, я считаю, неправильно поступили. Нужно реально, нужно было уехать оттуда. Нужно найти какое-то новое место понадежнее. Да. Вот сейчас с ним что делать? Ему все хуже и хуже. Если, потому что если он отрубится, но это уже все, это капец, он уже, он умрет сразу же. Говорил, мы далеко не уедем. Нужна была трубка с фургона. А подлатать? Уже латал. Живого места нет. И изолента кончилась. Блин, я вспомнил, они же договаривались, что типа, что когда они это назад приедут, он типа там эта часть фургона вот как раз таки там какую-то вот эту вот отдаст, короче, для автобуса. Да, такое себе. Кто-то виднеется впереди. Заправка, если повезет. Там. Джим, все плохо. Думаю, он на пределе. Рик, постоите тут. А я сгоняю, посмотрю, что там. Я двину с тобой, прикрою, если что. Смотрите тут оба. Мы быстро. Мы скоро поедем. Нет. Боже. Кости у меня, они как стекло. Каждая кочка на треске все болит. Оставьте меня здесь. Мне все равно конец. Оставьте меня. Я хочу к своей семье. Они мертвы. Ты не понимаешь, о чем просишь. От лихорадки ты то и дело бредишь. Нет, поверь, я все понимаю. Он сейчас, да, он-то все уже. Он уже просто смирился, все. Я в здравом уме. Но через 5 минут не буду. Рик, я знаю, о чем прошу. Я так хочу. Оставьте меня. Я так решил. Ясно? Я так решил. Ты не виноват. Да на самом деле никто в этом не виноват, просто так получилось. Он так захотел. Он в своем уме? Вроде да. Я так думаю. Когда я согласился с Дэрилом, а ты меня заткнул, ты... Не понял. Я не поддерживал хладнокровное убийство. Я хотел предложить спросить Джима, чего он хочет. И думаю, он нам ответил. Ну да. Так и бросим его. И уедем. Вряд ли я смогу с этим жить. Это решать не тебе. И не тебе тоже. Он, правда, он уже выбор сделал. Тут уже... А что вот. Тут поделаешь? Вот что тут поделаешь? Да тут уже ничего не поделаешь. Еще одно чертово дерево. Джим. Это все не обязательно. Нет. Все хорошо. Тут ветерок. Ладно. Хорошо. Вот просто представьте, каково это. Вот представьте, реально, это очень мучить. Он кровью плюет. Я не представляю, что сейчас у него внутри организма, просто что у него там творится. Просто, вот вы представьте, реально, вот так вот он медленно, вот так вот мучаясь, он умирает. Это вообще... Это полнейший пиздец. Закрой глаза, милый. Не борись.
Джим, может, возьмешь? Не. Тебе он важнее. Я в порядке. Блин. Как бы это сейчас ни прозвучало с моей стороны, но мне кажется, реально, вот лучше, если бы кто-нибудь реально, вот, то есть они бы собрались, то есть уже уезжать, вот реально, вот, было бы намного милосерднее просто, то есть, его сейчас пристрелить. Это, да, это звучит вообще пиздец, но мне кажется, это было бы очень милосердно, потому что либо он вот так, мучаясь, прям очень долго вот умирает, мучаясь просто, либо просто моментально просто умереть, то есть перестав мучиться. Мне кажется, вот реально его стоило бы, конечно, сейчас пристрелить. Это очень жестко, это прям реально, это очень жестоко, но мне кажется, это все-таки это в какой-то степени очень милосердно. Чтобы не оставлять его вот так мучиться. А если еще и ходячий какой-нибудь реально выползет. Представьте, он будет медленно умирать, если его еще и реально мертвец какой-нибудь заметит и подкрадется и начнет его просто грызть. Это ж вообще... Это еще пиздецовый будет. В порядке. Спасибо, что сражался с нами. Не за что. Знаете, что я подумал сейчас, в этот момент? Мне почему-то показалось, что Дэрил ему сейчас просто в него выстрелит. Мне так показалось. Я почему-то так сейчас думал, что Дэрил в него сейчас выстрелит просто. А, так погоди. Они все-таки починили автобус? Смогли хоть как-то? Инфекция MSB 3417. Идет передача. Это Дженнер. 194-й день с момента появления инфекции. 63-й день с начала глобальной эпидемии. Клинических успехов нет. Наконец вырубил установки в восточном секторе, чтобы сберечь энергию. Лучше бы месяц назад. Но я долго разбирался. Плохо, что я не инженер. Сберег бы энергию. Я все еще плохо сплю. Не соблюдаю режим. Когда живешь под землей, не различаешь дни и ночи. Это, походу, из бункера кто-то. Чувствую себя очень странно в последнее время. Конец передачи. Ну, это, походу... Да, это, походу, вот реально какой-то ученый или, возможно, работник этого бункера. Не, все-таки ученый, походу. Он прям еще прям отрубился, то есть реально. Да, он только что сказал, что он типа он плохо спит, типа то, что из-за того, что он под землей, типа он не понимает, то есть какое время. Но мне все-таки кажется, что лучше, наверное, все-таки вот реально ему было бы реально хоть как-то, то есть отоспаться, он бы проснулся, то есть чувствовал бы себя более-менее. Вот если, оп, ну типа более-менее себя чувствую, и все, и тогда бы пошел работать.
А вот так вот, просто не выспавшись, работать, мне кажется, он и что-то... Можно и натворить что-нибудь. Я имею в виду в том смысле, что что-то может случиться, что-то пойти не так. Он может что-то напутать, когда будет... То есть вот какие-то, походу, он опыты... Скорее всего, он... как его? Лекарство пытается сделать, как я понял. И вот лучше бы ему, то есть, ну, как говорится, это выспаться и... Со свежим, как говорится, умом это все делать. А не вот так вот, что он не выспался. Так. Это, походу, вирус. А вот так он, походу, вот так он распустит. Да, ё-моё! Серьёзно? Тревога. Зафиксировано утечка. Да ё-моё, он еще... Вот только не говорите, что он... Персоналу покинуть помещение. Только не говорите, что он еще и заразился. Газ может быть ядовит. Не говорите, что он еще и заразился. Это вообще персонал капец. Удален. Запущена полная дезинфекция. Нет. Ой, блядь. Нифига себе полная дезинфекция. Сколько у него там... Полная дезинфекция завершена. Сколько у него там трудов было, просто я не представляю. И вот это все потерять в один момент. Образцы ТС-19 уничтожены. Эту потерю сложно переоценить. Это были самые свежие образцы. Все прочие даже близко не подходили. Это была омертвевшая, никчемная плоть. Не знаю, зачем я с тобой говорю. Наверняка ни один сукин сын меня уже не слышит. Или слышит? Ну, мы-то уж слышим. Ну и ладно. Хоть не стыдно будет. Завтра, наверное, вышибу себе мозги. Еще не решил. Но сегодня я напьюсь. Кстати, как думаешь, далеко закину? Думаю, далеко. За пределы стадиона. Так, народ, идем дальше, только тихо. Идем. Представьте, какая вонь, вот просто какая тут вонь стоит просто. Двигайтесь все вместе. Давайте. Кэрол. Боже. О, да ладно. Держитесь друг друга. Почти пришли, милые, почти.
ребята. Ничего. Тут никого нет. Тогда почему жалюзи опущены? Ходячие. Ты привел нас на кладбище. Он предложил. Херовое предложение. Заткнись, ясно? Рик, это тупик. Куда идти? Слышишь, без упреков. Нельзя быть так близко к городу ночью. Форт Беннинг-Рик, это шанс. Как? Ни еды, ни горючего. И туда сотни миль. 125, я смотрел карту. Забудьте об этом, надо укрыться на ночь. Что-нибудь придумаем. Убираемся отсюда. Пошли. Все назад. Опа, машинам, а камера-то двигается? Камера двигалась. А камера? Ну-ну-ну, камера-то двигалась. Она двигалась. Двигалась? Рик, все мертвы, это автоматика, ясно? Ее ветром двигает. Пошли. Пошли. Ветром двигает. А, конечно. Давайте, уходите. Послушай, посмотри. Это могила. Могила. Смирись, Рик. Рик, тут никого нет. Я знаю, ты там. И ты слышишь? Все назад к машинам. Мы в отчаянии. Помоги нам. Тут женщины, дети, еды нет. Бензина мало. Рик, здесь никого нет. Всем смотреть в оба. Нам некуда идти. Ты убьешь нас, если не впустишь. Прошу. Чувак, пошли. Открой дверь. Пожалуйста, открой. Помоги. Открой. Наша кровь. На твоих руках. На твоих руках. Ладно, хоть открыл дверь, ё-ма. Ну, посмотрим, что будет дальше. Ну что ж, с вами был Афер. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты, ну и все прочее. Ну что ж, всем покеда.